Всем привет, любители хардкора, с вами Валерий Хаус и Final Resistance. Продолжаем уничтожать инопланетных захватчиков, захватившие нашу Землю. Поехали! Итак, мы закончили на том, что отключили систему охраны, вот, открыли двери. И дальше у нас по плану... Что же у нас дальше по плану? Давайте посмотрим. Текущее задание... Обезвредить систему защиты магазина. Это выполнено. Да, это выполнено. Выполняется. Прийти к в условленное место и встретиться с доктором Картер. Давайте сделаем это. Что ты светишь? Что ты светишь, а? Так. Эти двери открылись, мы здесь не были. Давайте. Здесь вроде ничего у нас не валяется такого полезного. А, мы здесь были. Ё-моё. Да, мы здесь вводили код. Код, разноцветный код мы здесь вводили. Так, и что, и тогда куда нам идти? На улицу, что ли? Условленное место, говорит. А, может... Может, сюда? На лифте? Может, что-то здесь у нас? Что-нибудь скажешь мне, бледный друг? Ничего, не скажет. Значит, нам не сюда. Давайте попробуем выйти на улицу. Что-то где-то должно произойти, потому что мы выполнили задачу здесь. Сейчас посмотрим. Так и есть, да. Воу-воу-воу-воу! С базучкой, с базучкой! Отлично, готов. Вышли, главное, из магазина через какой-то броневик. Так, что у нас? Давайте сюда зайдем. Посмотрим, что здесь у нас. Требуется ключ от лестницы. Здесь ничего нет. Бегает по всему, чему можно. Так. Залазить, залазить, смотрите. Какой смысл нам туда залазить? Никакого. О, нашли указанную точку. Поговорим с Картером. Райли, ну слава богу. Перейдем к делу. База пришельцев находится в бывшем научном центре. Мы держим это место под наблюдением. Известно, что там есть инопланетные источники энергии. Нам нужен хотя бы один из них, чтобы наладить оборону нашей новой базы. Это и есть твое задание. Так я и думал. Один вопрос. Как я туда проникну? Возле центра есть несколько подъемных кранов. Они не вполне исправны, но с их помощью можно незаметно проникнуть на охраняемую территорию. Оказавшись за ограждением, действуй по своему усмотрению. А обратно? За тобой прилетит челнок. Возьми этот ключ. С его помощью ты попадешь в запертую часть здания. Учти, пройти во вторую башню по первому этажу тебе не удастся. Придется подняться по лестнице. Там тебя будет ждать сержант Райт. Понял, приступаю. Будь осторожен. Так, отлично, мы получили задание. Даже, походу, не одно задание. Так... Так, так, так. Два задания. Проникнуть на базу пришельцев и найти инопланетный источник питания. И встретиться с солдатом сопротивления во второй башне. Здесь ничего не нажимается. И никаких ништяков нету. Отлично. Давайте
нам дали ключ вроде от лестницы. Давайте попробуем пройти по ней. Ключ так. Так, отлично. Здесь у нас тоже никаких ништяков нету. Да что ты застрял-то, Райли? А, или кто? Логан. Воген. Логан. Что-то вспомнил я этот. Спринтер цел. Так, 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 снайпер. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, 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 тихо. Ну что ты на него не целишься-то? Попробовать тебя так загасить. А почему мы не стреляем? Отлично. Так. Снайпер снят. И что нам делать? А, понятно. Они тут нагадили своими кораллами. Так. Снова поднимаемся по лестнице. Так. Ага. Тут нам не забраться. Есть еще один проходик. Давайте посмотрим, что там. Ящик. Здесь пусто. Аптечка пришельцев. Воу-воу-воу! Сварщики. Один готов. Взяли еще аптечку. Здорово. Так, ну это понятно. Ящик у нас. Надо, наверное, на лифт и туда. Если логически так подумать. Здесь же нет у нас никаких возвышенности, чтобы забраться. Значит, двигаем ящик. На платформу. Не понял. Че не пролазит-то? У нас снова хардкорное передвигание ящиков, что ли? Отлично. Так, оставляем на платформе его. Может, у нас на платформе стоит? Поехал. Поехали. Так. Полз. Что за? Да что за управление-то? Чё-то я не въезжаю. Так. Значит, до упора
О, до упора. Так, залазим еще раз. Да залазь ты уже на нее. О, молодец. А дальше? Что дальше? Что-то я вообще не вижу. Есть лестница? Лестниц никаких нет. О, там вижу лестницу, смотрите. Так. Значит, надо, наверное, с этой стороны. Сейчас попробуем. До упора сейчас ее пододвинем. Камера, конечно. Камера зло, конечно. О! Забрался, отлично. Как раз лесенка. Ну, ползи. Человек Вогин. Так. О, сварщик. Цапнул, да, нас? Текс. Получается, сюда наверх. О! И продолжить сохранение. Но сохраняться мы будем с эфтетом. Так. Итак, чтобы я не тупил. Вот. Прошу поставить палец вверх, подписаться на канал, подписаться в комментариях. И я буду меньше тупить. Так. Показали вражеские самолеты, появились вон жизни. Давайте выбираем ракеты. Летает. Да что ты? Засранец такой, как он. Какие у него маневры-то? Я хоть это. А ну да, жизни у него убавляются. Как всегда. Все разрушили, нам фиг пройти. Так, тарелка пришельцев, выполнено задание. Окей. Я даже не знал, что у нас это задание есть. Так. Что дальше? Так, там кто-то есть, что ли? Смотрел, он целится. Но я никого не вижу. А щепе никого нет. Ну, почему целимся-то? Да залазь-то. Да нет. Наверху, по-моему, снайпер, наверное, скорее всего. Так, как залезть-то? А. Фиг же догадаешься, блин. О, снайпер, снайпер. Снайпер, снайпер. Ты где, блин? Сраная камера. О. Четко в голову. Хедшот. Так. А, провалилось. Он просто типа мостика сделал. Сделали, чтобы пройти. Блин, почему снайперку нельзя у них взять? Я думаю, было бы здорово. Это что у нас? Дырка вниз. Так, точно. Воу! А. Ага. Чё, здесь какое-то безумие творится. У нас неприятности, сэр.
Когда вас атаковали, я потерял управление. Похоже, повреждены источники энергии. Вы должны найти какой-то способ отключить питание. В противном случае о проникновении не может быть и речи. Вы попросту сгорите. Так. Я не сгорю, у меня же есть этот щит. Провода как эти, как змеи просто. Как червяки. Так. Что у нас здесь? Вот, сохраночки есть. Отлично. Сохранились. Что дальше? Здесь только сохранение или... Что делать-то? Так, мы как? Мы спустились, да? Значит, там сюда. Так. Еще ниже. Сварщик, тебе тут не место. Ага, вода. Ударит током. Значит, что? Надо пододвинуть так ящик, чтобы пройти, наверное. Давай вот сюда, наверное. О, куда-то дернулся-то. Так. До упора. Хватит, наверное. Че, труба? А, отлично. Все, дело сделано. Так, оружие-то выбери, блин. Ты будешь там нападут и будешь там полчаса доставать его. Я тебя знаю, Вогин. Так, провода больше не активны. Может, еще сохранится, наверное. Потому что когда там будет еще сохранение? Окей, сэр. Если вы готовы, я запускаю кран. Действуйте. Он уже сдействовал. А Логин только приказал. Поехали мы. Усвоясь. Так. Что теперь? Вывалились просто откуда-то. Откуда-то куда-то. Так, давай мы тебя сейчас в затылок просто. Нападение со спины. Можно уничтожить? Да. Отлично. Так. До тебя не достает. Понятно. Ясно, понятно. Так. О! Кто еще стреляет? Прилетели, блин. Ух ты, сколько вас тут. Ну-ка. Мелочь пузатая. Так. Что? Давай, убегай сюда. Отлично, взяли ключ от ворот. Ключи здесь вообще меня добивают. Вот как вот? Вот такой ключ, как там был на картинке. Где тут замочная скважина? Куда он втыкает его, чтобы... Или просто прикладывает, что ли? Или кончиком ключа нажимает на циферки? Так.
Так, что-то здесь... Блин, это камера. Я когда-нибудь точно снова двигать ящики, что ли? А, я понял. Получается, надо... Так. Фары по-любому не очень хорошие. Так. Двигаем его сюда. Так, перекрыть фар. Отлично. Такие звуки издает, как будто его шпарит этим фаром. Так. Да мы просто эрудиты. Так. По той же системе. Окей. Этот сюда на себя. Двигай. Похож последний. А, отлично. Так. Что там дальше? Снова ключ. Или дверь открыта? Нет, нифига. О! Побежал. Да целься ты на него. Гранат. Так. Пулемет вражеский готов. О, опять мелочь что ли полетела опять. Ну что там еще? Осторожнее, Ралли. Наши сканеры засекли множество энергетических сгустков, разбросанных по земле прямо перед тобой. Возможно, это минное поле. Отлично вообще. Еще что? Оставили тут пушек. Так, минное поле, и как? Чё, и как? Воу-воу-воу! О! Так. Он сразу, значит, не взрывается, да, получается? Так. Тихо. Тихо. Воу-воу-воу-воу. Ай! Нифига себе! Жизни-то оттяпало. Так, там-то ничего нет. Походу нет. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Воу-воу-воу-воу. Так, пробуем еще раз. Где-то здесь, да, нас взорвало? Воу-воу-воу-воу-воу. Снова попались. Чтоб их... Все? Так, чувак. Уничтожаем пушку или что это такое? Отлично. Сейчас мелочь прилетит. Отлично. Что еще? Да. Теперь нужно найти аптечку. Нужно найти здоровье. Здесь как склад какой-то или как раз идеальное место для какого-нибудь ништяка.
там ничего не лежит. Так, что здесь? О-о-о! Какая-то штуковина вылезла непонятная. А, я думал, это какой-то этот робот. Челнок готов к вылету. Чтобы пришельцы не перехватили наши сообщения, я выйду на связь только когда ты будешь готов к эвакуации. Ничего себе! Сказала я себе. Прилетели опять. Так. Так, вылетели, вылетели. У нас снова жизни нифига нет. Так. Стойте. У нас есть аптечка. Почему эти камеры нельзя уничтожить? Да что? Ты кто такой? Кто там стреляет еще? Где? Ну где ты? А? Что такое? Да, тут все летает. Так. Что здесь у нас? Как всегда, пусто, блин. Ничего нет интересного. О, кнопка. Что за кнопка? Что-то нажали. Воу-воу-воу-воу. Снова мелкие твари. Там еще, по-моему, проходик, да, какой-то? Вот там наверх. Да отвалите вы, чего вас так много-то? Разлетались бы. Так, что здесь? А, здесь. Он не открывается. Так. Надо что-то быстро делать, короче, да, получается. Так. Бегом, 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 бегом. Хорош. О, попал. Слава богу, что хоть один здесь. Или не один. Один. И... сохраночки. Окей. Сохранимся. И на этом я закончу, наверное, серию. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Группу ВКонтакте не забываем подписаться. Вам там вы найдете много интересных летсплеев, не только мои, а еще моих друзей. Вот. Моих коллег по летсплеям. Вот. Отписываемся в комментариях, и я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем хардкора. Всем пока.